Всем привет, ребят! И чем же мы сегодня займемся? Да, ребята, сегодня мы будем делать своими руками мыло-лизун. Ну что ж, ребята, давайте сейчас мы приступим к нашему делу. Поехали! Итак, ребят, теперь нам понадобится крахмал 200 грамм. Открываем наш крахмал и насыпаем вот в эту тарелку. Сейчас я открою. Вот, я уже насыпал наш крахмал. Потом нам понадобится фейри. Ребят, можно любое средство, но чтобы она мылась. Давайте сейчас мы фейри нальем. Вот, столько нужно было налить мыло, либо фейри, либо еще чего-нибудь. И потом мы берем палочку любую и размешиваем это все. Вот я уже все перемешал, а для того, чтобы нам придать цвет нашему лизуну, нам надо любой гуашь. Я взял голубую темную, потому что мой любимый цвет это голубой, вы уже видели по майке. Давайте сейчас мы откроем наш гуашь и берем отсюда немножко краски. И опять все заново перемешиваем. Нам надо еще масло налить, где-то пару капель. И дальше мы перемешиваем. И вот, ребята, что у нас получилось, когда я вот это все перемешал. Ребят, он имеет все же те же свойства, как и обычный лизун. Он может растягиваться. Я доволен, блин, это такой прикольный лизун. Ну, скорее всего, он похож не на лизуна, а на какой-то нано-песок. Блин, ну он очень сильно похож на нано-песок. Всем советую так же делать, потому что это самый прикольный лизун, который я видел. И который я делал. Я делал много таких лизунов. А также он может и рваться. Опа, и все, ребята, вот у нас порвался. А теперь давайте сейчас мы сходим в ванную и посмотрим, мылится ли этот лизун. Ну что ж, давайте сейчас мы перемещаемся, поехали. Вот мы уже в ванной, давай сейчас мы испробуем наш лизун. Берем маленький кусочек нашего лизуна, потом мы открываем кран и пробуем. Ребята, он реально мылится, смотрите. Это прям как мыло, ребят. Слушайте, это как будто мыло. Мы сделали своими руками мыло. Ладно, шучу. Это, конечно же, лизун. Вот у нас мылится, вы сами видите, только у нас не белым цветом наше мыло, а голубым. Давайте сейчас мы смоем это все. Блин, она реально мылится, это очень круто. Короче, она мылится, очень прикольная штука. И ладно, ребят, так у нас получился мыло-лизун. В принципе, он хороший, блин, он тянется. И все свои свойства повторяет, как обычный лизун. И ладно, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр, всем пока.